Добрый день! Сегодня мы будем делать дороги, а именно острый поворот, перекресток и кольцевую дорогу. Начнем с прямых поворотов. Делать мы это будем с помощью примитива Box и инструмента Vertex Tool. Выбираем нужный браш и кликаем вот сюда, или же жмем комбинацию Shift плюс V. Перетаскиваем углы подобно дверному косяку в вашей комнате. Осталось только повернуть текстуру. Указываем 90 градусов и наш острый поворот готов. Идем дальше. Перекресток. Поможет нам в этом все тот же Box, но с новым инструментом Clipping Tool. Жмем Shift плюс X и отрезаем ненужные углы кнопкой Enter. Поправляем текстуру. Копируем браши, поворачиваем их, и перекресток готов. И осталось самое интересное – закругленный поворот. Чтобы его создать, нам потребуется примитив арка и азы арифметики. Задаем квадрат, от которого мысленно будем отнимать половину круга. Немного широко, не правда ли? Это нормально, нам просто нужно ужать половину размера в ширину. Вот, теперь все мило. Что ж, осталось лишь подровнять текстурки. Выделяем верхний фейс прямого браша, затем, зажав Alt, жмем правый клик мыши на его боковой фейс. Далее нужно выделить этот фейс и также с Alt плюс правый клик повлиять на боковой фейс соседнего браша. Далее выделяем его фейс и еще раз Alt плюс правый клик, но уже на верхний фейс браша. И так пока все не выровняете. По итогу должно получиться примерно вот так. Не пытайтесь добиться идеальных ровностей, даже у Valve такого не бывает, и на определенном крае браша, внутреннем или внешнем, может быть небольшой скос. Надеюсь, урок был понятен и полезен. Благодарю за внимание, ставьте лайки, кидайте донат и до новых встреч!